Мы разговаривали. Долго разговаривали. Час. Второй. Третий. Обсуждали все, что только можно. Но то, что предложил мне мэр этого города, я никак не мог ожидать. И пойти у него на поводу я тоже не могу себе позволить. То, что он мне предложил, может кардинально перевернуть мою жизнь. И сейчас мне с моими подписчиками нужно решить, что же нам делать дальше. Что мы сейчас будем делать с тобой, а, Люси Попики? Иди сюда, иди сюда. Это собака сутулая, ну, не ты, Люся, это мэр, это собака сутулая. Мелкий, тащи еще кофеечка, и крепкого, тащи крепкого кофе. Хотя нет, тащи пивандрий, безалкогольный, вы же знаете то, что я не пью. Тащи безалкогольный пивандрий. А хотя давай лучше сразу водяру. Безалкогольную. Безалкоголь. Ай, черт с ним там плавал. Тащи самогон давай, дедушкин. Такой забористый. Но безалкогольный. Безалкоголь. А лучше вообще ничего не тащи. Молодец, что не слушаешь меня. Конечно, ремнем бы тебя шмагать, что не слушаешь меня. Молодец, что не тащи мне бухришко безалкогольное. Некоторые люди думают, что мэр у нас очень хороший человек, да? Очень хороший человек. Ну знаете, там, что он сделал для города в последнее время? Ну, кролика разве что у меня тут убрал, который на стральнике сидел уже на протяжении недели. Это Костянчик его сюда посадил, помните, ну тогда, когда он дискотеки свои устраивал? О, кстати, у меня здесь есть кофе, зачем я тогда семена забрал? Он школу построил, какой молодец, и только посмотрите, он построил школу, да? Ну все вот так, допустим, вы сейчас, ребятки, тоже не можете сказать, то что мэр у нас в городе ютуберов очень хороший, он школу построил, когда? Ну, буквально неделю-полторы назад, да, вот смотрите, огромная школа, да, учатся дети, там у нас и баскетбольная площадка, и теннисная площадка, и... А это все тоже мэр виноват, вот смотрите, соседям тоже нужно говорить, чтобы не сверлили в 10 утра. Я-то в 10 утра ролик записываю. И качели у нас тут, и криперы детей взрывают, и футбольное поле у нас там сзади. Ай, какой хороший мэр, все скажут, да, смотрите, да он даже дорогу начал строить к другому городу, там где мои родители живут. Да, вот смотрите, какой молодец. Конечно, дорога уже строится примерно 2 недели, и до сих пор он никуда не продвинулся, но мэр у нас тоже молодец. Контрабандисты на крышах торгуют оружием незаконным. Ну, конечно, это же мэр, он за этим всем не следит. Но контрабандисты на самом деле хорошие мужики, поэтому контрабандистов давайте лучше трогать не будем. Мэрия. Он же построил мэрию в предыдущей серии. Какой хороший, да? Там у нас и суд, там у нас и Министерство обороны города ютуберов, там у нас и ЖЭК, там у нас и за коммуналки платить, там у нас и правительство этого города сидит, да? Ой, как он... Да ядрить, колотить, дайте... Я с подписчиками разговариваю... Еще бы, конечно, монстров у нас бы в городе не было. Было бы вообще зашибись. Кстати, по поводу монстра... Мне показалось, или... Мне показалось... Посмотри на меня, Чуркистан. Ядритька, ты что? Ты мой магазин ограбил? Ай, ты смотри, да, скелетик убивает, да, ты слушай, да ты... Да отстань ты от меня, подожди, там у нас разборки. Жан-Клод Ван Дам и Стивен Сагил просто. Смотри. Опа! Конечно, он в моем мерче. Ты смотри, какой... Сейчас я справлюсь вот здесь. Фу! Нет, это, конечно, жестко. Вот вы видели, даже скелеты покупают мой мерч. Даже у скелета на груди мое лицо. Значит, ты покупай мерч. Ссылка на мой магазин есть в описании. Оп!
Просто интеграция высшего уровня. Просто скелет хорошо сработано, с меня пивандрий. Безалкогольный. Икею он построил. Мэрию он построил. Футбольное поле он построил. Что он еще сделал? Ну, как я уже сказал, школу, дорогу, Да я даже не знаю, в чем его упрекнуть. Он даже фонари наставил. Но не все так просто, как вам кажется. Мы с ним разговаривали на протяжении нескольких часов. И знаете, что он мне сказал? Знаете, за какие средства он строит эти школы? Фонари ставит, дороги. Знаете, за какие средства? Он сказал мне, чтобы я ему отдавал 50% прибыли от всех моих бизнесов за то, чтобы я дальше мог проживать в этом городе. Но это еще также не все. Он сказал, чтобы я рекламировал его Инстаграм в каждом моем ролике. Или он выселит меня из этого города, а еще хуже, он посадит меня в тюрьму за то, что я уворачиваюсь якобы от налогов. 50%! Просто чтобы вы поняли, насколько этот человек протухшая квашеная капуста. Мой ресторан. 50% прибыли от моего ресторана я должен буду давать ему. Мой магазин одежды, который до сих пор еще не открылся, но в скором времени откроется. 50% прибыли от этого моего магазина я должен буду отдавать ему. Мой канал на ютубе. 50% прибыли я должен буду отдавать ему. И это еще также не все. Я должен буду пиарить его Инстаграм в каждом моем ролике поголовно. Он мне сказал, что у меня есть ровно 10 дней. 10 дней это равно 10 серий жизни ютубера. У меня есть 10 дней, чтобы дать ему ответ. Или я делаю все, что он мне сказал, или он меня выгоняет из этого города, а еще хуже, я сажусь в тюрьму. Я, ребята, не знаю, что делать, потому что как меня вообще угораздило нарваться на этого мэра? Если ты не видел предыдущую серию, вот сейчас надо мной будет подсказочка. Посмотри, пожалуйста, нажми на эту подсказочку. Посмотри, он меня выследил в предыдущей серии. Как он меня вызвал? Вот у меня примерно такое же лицо было. Я такой, увидел мэра такой... Ну, я на самом деле так и делал. Потому что я даже не знал, что мне сказать. Я побегу домой. Предупрежу родителей то, что у меня там жопа. И потом мы пойдем на Почту России. И заберем посылку Катеридзе. Я знаю то, что многие сейчас подписчики в комментах мне напишут: ребят, спасибо большое то, что беспокоитесь обо мне. Я знаю, что вы не хотите, чтобы я садился в тюрьму. Вы скажете, мол, Эдисон, да пофига, давайте 50%. Но тогда все пойдет по одному месту. Просто все. Все мои бизнесы, все мои старания из-за этого мэра. Спасибо вам, ребят, конечно, за поддержку, но я не могу пойти на такие условия. Я знаю то, что мне грозит опасность, что я сяду в тюрьму, но я не могу отдавать 50% всего, что у меня только есть. Хорошо, что он попросил 50% моих родителей отдать, да, то, что я там маму ему отдаю, да, а он папу себе оставляю. Что это за дичь-то такая? Здорово, всем здорово. Я честно, я не... Чё? Где мой комп и где мой... Записка. Я не знаю, что происходит. Мы с папой приняли решение выкинуть твой компьютер? Мы не можем смотреть на то, как ты сходишь с ума. Обклеил всю комнату бородатым мужиком. Мужиком! Почему не бабой какой-то? Ты что, по мальчикам? Мама, это железный человек, это Тони Старк. В смысле, я по мальчик? Моя мама думает то, что я пипидастр. Сын перешел на сторону зла. Голубую сторону. Да не пип... Нет, это реально какая-то черная сторона, честное слово. Мэр мне угрожает, мама думает то, что я на сторону голубых войск перешел. Орет целыми днями в компьютер, сам с собой разговаривает, вечные какие-то проблемы.
А так мы узнали, что они у тебя с нашим любимым мэром этого города. Моя мама и папа узнали то, что у меня проблемы с мэром. Эдик, мы не можем позволить, чтобы ты полностью рехнулся. Прощайся со своим компьютером. Больше ты его не увидишь. Вы чё, реально мой комп выкинули? Вы реально мой комп? Ма! А где они вообще? Не-не-не-не-не, это реально шутка какая-то. Мам, мне 23 года, какой комп выкинули? Мне не 10 лет, как... Всё, увезли к чёртовой... Это какой-то крамздец. Я бы сказал бы другое слово, которое начинается на букву П. Но не могу, у меня детский контент, поэтому я скажу просто крамбздец. Что происходит, ребят? Что это такое? Мама выбросила мой компьютер. Мэр требует 50% всего, что у меня только есть. Я уехал от Кати на 3 месяца. Люси меня кусает из-за того, что не узнает из-за бороды. Костя меня бьет из-за того, что не узнает из-за бороды. Что я наделал? Почему это все происходит, я не могу понять. Почему все в один момент как-то обрушилось? Что мне сейчас делать? Я найду выход из этой ситуации. Я в любом случае найду. Всегда находил, с тобой находил, со всеми своими остальными подписчиками. Находил выход из любой ситуации. Из этой найду. Просто иногда руки опускаются из-за того, что все рушится в один момент, и я просто не знаю, что мне делать. Идем на почту, посмотрим хотя бы, что Катя мне там отправила. И мне нужно ей посылку отправить. Будешь раскисать? Дайте мне еще одного леща, пожалуйста. Потому что нельзя! Почта России, время работы. Понедельник, пятница, 12 часов, 3 часа дня, суббота, воскресенье, выходной. Что у нас сегодня? У нас сегодня понедельник. Так, сначала нужно отправить Кате это все. У нас здесь есть радиатор. Спасибо, Михалыч. Цветочек. Спасибо, бомж. Самогон. Геннадий Петрович. Ящик помидорок. Баба Зина, скидка на машину, Арсений Гонщик, суши, поваренок мелкий, юбка, дебил Костянчик и должность директора магазина. Я. И посмотрим, что мне прислала Катя. Я знаю то, что мы немножко задержались. 4 серии забираем одну посылку. Но вы сами видите, что происходит. Давайте посмотрим, что же там такого мне пришло. Может, что-то важное. А может, какашка в фольге. Откуда я знаю, что мне Катя могла заслать? Сейчас посмотрим.